Пожалуй, немногие знают о празднике творчества и вдохновения. А зря. Так куда же без этого? Об особенностях и значении этого торжества расскажет Елена Кандидатова. Творчество и вдохновение – два неотделимых друг от друга понятия. Объединяет их то, что ни без одного, ни без другого развития искусства невозможно. Наверное, потому оба термина и включили в один праздник – День творчества и вдохновения. Достоверно неизвестно, кому пришла такая идея, но ясно лишь одно – это знак признательности людям искусства. Состояние душевного подъема, сильной увлеченности, воодушевление каким-либо делом – все это вдохновение, которое открывает дорогу в безграничный мир творчества. Великих гениев окрыляли совершенно разные вещи. Например, Иосиф Бродский до безумия любил котов, а Сальвадора Дали подталкивала на лучшие идеи его любимая жена. Французский писатель Оноре Бальзак не мог начать трудиться без крепкого кофе. Мы решили поинтересоваться у тверского художника Владимира Васильева, что позволяет ему войти в состояние потока. Очень многие люди не могут видеть красоту в обычных вещах просто-напросто. Надо чаще смотреть на небо. Потому что небо не может быть некрасивым. Небо красивое всегда. Надо смотреть на деревья, на красивые. Вот отсюда как раз и черпаю я вдохновение. Вот именно от этой красоты во всех ее проявлениях. В современном мире творчество занимает весомую часть жизни большинства людей, особенно у молодого поколения. Не у каждого есть природный талант к тому делу, которым хочет заниматься человек. Однако для многих это вовсе не повод отказываться от своей мечты. Наоборот, мотивация приложить все усилия для достижения. Талант – это, наверное, 50% успеха. Остальные 50%, если, скажем так, меня будут смотреть молодые люди, то наверняка они скажут, ну опять про одно, опять про труд. Да, про труд. Чтобы добиться чего-то, я говорю, что вот именно 50%, может быть, даже и больше, это обязательно, конечно, труд, старание. Сейчас в Тверском регионе есть множество самых различных кружков, где дети могут заниматься абсолютно всем, начиная от декоративно-прикладного искусства, заканчивая художественной гимнастикой. Особое внимание нужно уделять интересам ребенка в раннем возрасте, ведь именно тогда начинает складываться увлеченность каким-либо занятием. Что можно посоветовать действительно молодым людям? Прежде всего, конечно, иметь какую-то цель перед собой. Потому что если просто говорить, что я там стану художником, музыкантом, писателем, актером, это одно. А вот, скажем так, поставить себе, например, целью, ага, стать лучшим художником Тверской области. Или стать актером, например, МХАТа. Или просто-напросто стать кинозвездой. Для этого, соответственно, нужны какие-то определенные старания, определенный путь, с которым надо следовать. Талант у человека от природы или приобретенные и улучшенные упорной работой качества роли не играет. Важно лишь то, что человек всей душой посвящает себя в искусство. Праздник творчества и вдохновения, хоть и не отмечается широко, прежде всего направлен обратить внимание общественности на людей искусства, их колоссальный труд и показать все стороны тяжелого процесса создания шедевров.